Слушай, Настя, ты мне про жениха-то своего расскажи. Да что рассказывать? Что, совсем нечего? Что же это за мужик такой? Ну, такой сильный, надежный, добрый. А внешность? Симпатичный, мне нравится. Я вам фотографию после свадьбы принесу. Подай-ка мне вот эту шкатулочку. Пожалуйста. Ага, давай. Так, что бы мне тебе подарить на свадьбу? Сейчас поищу. Да что, не надо. Да, нет, надо. Вот это вот, кстати, подарок от моего первого, от Миши. Мы с ним совсем недолго прожили. Добрый был такой. В Китай его послали в командировку, его там убили. Да. А это он в Шамбалу ходил. С Блюмкиным, да. А это что, настоящий? Да. Не бойся. Это, кстати, второй симпатичный был. Ну, это вообще непонятно. Он такой надежный был. Но мы прожили всего 3 года и ничего не успели понять друг о друге. Где же эта штучка? А, вот она. Вот она. Прелестная. Смотри, как она будет хорошо смотреться. Не, замечательно. В твоем свадебном платье. Прелесть. Держи. Не смущайся, она правда недорогая. А это вот третий. Ох, симпатичный. Но меня не любил. Изменял мне напропалую, направо, налево мне, представляешь? А я хороша была собой. 2 года терпела, потом выгнала пинком под зад. Да. А он все надеется, что я застрелюсь. Не дождетесь. Ну вот. Ну, а это 4-й. Григорий Маркович. Сильный. Сколько народу перестрелял. Потом его самого. Ирка от него. Вот. Весь мой послужной список. Семейный. 30 лет. 4 мужа. А должен один. Поняла? Марина вот. Константиновна, что это за цветочек? Цветочек? Потом как-нибудь. Ну, Маргарита Константиновна. Это мой грех. Мое маленькое сумасшествие. Я никогда не изменяла своим мужьям. Никогда. А тут вот Григорий Маркович был в Берлине по государственным делам. Лето. Крым, Коктебель. Степь. Писатель-неудачник. А когда расставались, он сорвал вот этот цветок. Мне. Я как дура, 50 лет храню этот цветок. Зачем же его хранить? Без этого цветка, Настя. Чего стоит вся моя жизнь? Прости.